Just let me be with you. И снова всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Шапка, вы на моем канале, и это снова рубрика ТОП-5. На этот раз мы выпускаем вторую часть, вторую часть рубрики забытых ютуберов, которые ушли с Free Fire, либо просто куда-то пропали. Вы написали много всяких ютуберов, я хотел сделать на самом деле топ-5 ютуберов, которые пропали, то есть их даже каналы нельзя найти. Но вы написали еще ютуберов, которых я реально забыл. Поэтому сегодня будет второй выпуск, поэтому, ребят, давайте поставим много лайков, подпишемся на мой канал. Ну и, собственно, будем смотреть этих ютуберов. Честно, я в шоке, что я про них забыл, и я такой, типа, чего? Ну, про одного, правда, не забыл, но вы поймете это в самом-самом конце, и, скорее всего, вы поймете, про кого я. Вот. Первый ютубер, кто у нас будет, это Ночник Free Fire. Скажу честно, я этого ютубера терпеть не мог, но я его иногда смотрел. Это один из первых ютуберов, который сделал на меня разоблачение, отчасти по факту. Но отчасти там такая херня была, но я просто после этого типа, чел, ты мог мне написать нормально. Но чел, видите ли, захотел хайпануть, хотя его на то время пропиарил на 1000 подписчиков. То есть там сразу 1000 у него была. То есть буст такой был небольшой. Что у него за контент был? Ну, у него такие стримчики, ты так и сяк, то есть там прокачки, джекпотики, там какая-то новость, там какая-то обучалка. То есть много различных рубрик, вот. В принципе, неплохой паренек, мне нравилась его стилистика и подача, то есть он так подавал прикольно, вот, но при условии того, что он решил хайпануть на мне, вот, вот за это я его не уважал, правда. Вот, Ночник Free Fire, кто его помнит, напишите в комментариях, здесь будет видосик, кстати, про, ну, его отрезок там с его видоса, вот. Ну и, собственно, а мы переходим уже к четвертому месту, пятое место, Ночник Free Fire, погнали, let's go. И действительно, что-то я давно перестал заливать на свой канал интересные ролики. Да ладно. Да, довольно давно. Ай, справедливо. Еще, учитывая то, что пока вы тут скучали, я просто просиживал свою задницу, играя в другие игры с котятами, танчиками и мегаящиками, я бы запулил себя вторую помидорку. О, спасибо. Ну что ж, друзья, четвертое место. Чувак, который потерял канал. Второй канал продал, и у него третий канал, чтобы вы понимали, хакерского, третий канал. По слухам, что первый канал он не потерял, тоже продал. То есть он набивал 50 тысяч подписчиков за счет меня, за счет других ребят, и продавал каналы. Контент у него, я скажу так, был годный, серьезно годный. То есть там какие-то катки один на один, это один из самых первых ютуберов, который делал такие, не то что катки, а битвы там раз на раз, типа go with him. Но когда он продал уже второй канал, все об этом узнали, он просто скатился сразу же. Его хейтили, Вольдерман, был же такой ютубер, что-то типа такого. Как-то так, он его разоблачил, как раз таки он и купил у него канал и сделал разоблачение на него. Ну и, собственно, он тогда хайпанул, и в итоге Hacker Squad скатился. У него реально были классные стримы, но самое главное, это были его катки. Вот, было интересно смотреть, прикольный чел. Кто помнит Hacker Squad и кто помнит эту историю, как его разоблачили и он ушел с Ютуба, напишите в комментарии, будет очень интересно, помнят ли олды. Вот, ну и, собственно, здесь также будет небольшая нарезочка, отрезок видоса, как он подавал, какой стиль был, ну и вы хотя бы поймете, что был такой ютубер. Но мы переходим теперь уже к третьему месту, вы не забывайте лайки поставить и подписаться на канал. Третье место вот прям сок будет, погнали. Я заметила, ребят, на моем канале стал маленький актив, давайте мы это исправим. Поставим лайк, подпишемся на канал, напишем комментарий, любой комментарий. И я вот для чего это видео выпускаю, для того, что проинформировать вас. Я хочу сделать конкурс на 2 ваучера, на недельных. Кто бы хотел поучаствовать в рубрике обзор аккаунта подписчика? Я еле-еле-еле нашел его канал. Тимон Плей. У него все удалено, как я понял, канал был украден канал.
Вот, ВК его нет, если что, у нас же в нашей беседе было стримеров. И некоторые видосы очень-очень давнишние, у меня там должны быть, по-моему, еще у кого-то. То есть чел реально годный. Он тупо пропал. Вот серьезно, вот насчет его, он реально тупо пропал. У него на канале в итоге один видос. Это был один из самых тоже олдовских каналов, то есть он был тоже один из самых первых, может там позже меня на месяц-два начал. И у него была крутая подача и крутой стиль. Вот, Тимон Плей. Реально, если кто-то помнит, если его ВК есть, напишите мне в комментарии, если его есть ВК нормальный, ну то есть действующий. Хочу с ним поболтать, реально, типа куда пропал чел. Я про него честно забыл и вспомнил вот как раз таки сейчас, такой типа, блин, Тимон, ты куда пропал, алло. Жалко, жалко его, надеюсь, что может быть когда-то он вернется, потому что у него был прикольный контент. Вот, а мы уже идем к второму месту, сейчас будет опять же отрезок, нарезка. А второе место, вот реально, как думаете, кто на втором месте будет? Второе место просто офигеете, охренеете просто. Погнали, ребят, ко второму месту. Что такое донат и чем его едят? По факту, донат — это часть контента, которую ты покупаешь за реальные деньги. Сюда могут ходить как различные возможности, так и оружие, скины для оружия, скины для персонажа и всякое-всякое ломью. И в первую очередь речь идет о играх с системой free-to-play. То есть ты как бы играешь бесплатно, но деньги вкладываешь для покупки игровой валюты. Например, алмазы, голда, ну и тому, друзья, подобное. Ну, это, ребят, должно быть неожиданно для вас, для некоторых. Асма ТВ! Асма! 3 месяца назад была последняя у него активность на канале. И это чел, который, ну, реально, давно есть на Ютубе. Много-много-много делал стримов. Я, честно, сказал бы, что это конкурент на то время был Арменса. Они вместе стримили зачастую в одно время. И это вот такие вот два конкурента были, у них одинаковое количество подписчиков было в то время, когда они начинали, собственно, там по 10 тысяч, что ли, типа такого. Потом он начал делать видосы, разнообразные видосы, и прокачки, и алмазный джекпот, и как там пройти что-то там, как-то зайти в топ-10, что ли, типа топ-5, как забрать топ-1. Потом как раз таки вот что купит школьнику началась, то есть он и туда метался, но самое главное, что у него были на то время постоянные стримы. Круто, круто, круто. Но опять же, куда он пропал, Асма, если ты смотришь этот видос, напиши, пожалуйста, в комменты, алло, ты где, ты вернешься или нет вообще? Потому что, ну, реально, чел на годноту делал, у него было почти 100 тысяч подписчиков, у него, если что, была официальная поддержка от Гарены, так что, в принципе, все было для того, чтобы развиваться, но вот с нового года примерно он просто исчез. То есть 11 тысяч просмотров на последнем видосе, и все, он пропал. Куда он пропал? Вопрос. Не знаем. Собственно, здесь будет также нарезка, но мы переходим к самому главному месту, к самому первому, к самому олдовскому. Вы, наверное, уже догадались, кто это. Это просто мега олд, это просто жесть. Первое место. Погнали. Всем привет, ребята. Сегодня в этом ролике мы откроем те лутбоксы, где можно выбить 10 тысяч алмазов. У нас их 37 штук. Эти лутбоксы давали за приглашение друзей. Всем спасибо, кто ввел мой ID. Мы забрали просто все награды. Кто помнит, какие именно давали награды, напишите в комментариях под этим роликом. Ну а мы приступаем к просмотру. Йоу, друзья, последнее место, первое место. Последнее, первое? Ну, первое место, это последнее, лол. Собственно, Frist Game. Вы такие, что это такое? How will win Super Bowl Leaf? Что? Мой English very bad, надо здесь ставить такую какую-нибудь анимацию. Да, это канал Фриста. Как я понял, он продал канал. Все, он продал свою аудиторию. Ребят, чтобы вы понимали, это был первый стример. Чтобы вы понимали, он ездил на официальную сходку Free Fire Garena. Да, была сходка. Это один из стримеров, он был там. Ну и, собственно, чувачок просто тупо ушел с Ютуба в одно время. Просто ушел с Ютуба, потом перешел на артефакт. Много стримов было по артефакту. Потом он понял, что у него на этих стримах нет онлайна.
решил обратно вернуться во Free Fire. В принципе, был какой-то онлайн, но уже не то. Чтоб вы понимали, то есть первые стримы 2 года назад. Давайте найдем его первый стрим. Вон он, Guns of Boom, да блин, он еще в другие игры играл. Как можно было так аккаунт потерять? Вот, стрим Free Fire. Может, еще там будет стрим Free Fire? А, по-моему, нет, уже не будет. Давайте откроем первый стрим Free Fire, какой-нибудь сейчас найдем. А, походу, вот он, первый стрим Free Fire. А, да. Да, вот, по-моему, это первый стрим Free Fire. И когда он был? 9 января. Скорее всего, да, это первый стрим, второй левел. 9 января он начал играть во Free Fire и... Первый стример, один из самых топовых, первых. Он играл соло на рейтинг, соло. И его смотрело очень много людей и игроков. Это просто какой-то был супер-мега-топ. Вот, но он исчез. Потом вернулся, потом исчез и сейчас продал аудиторию и все. Очень жаль, на самом деле... Я с ним пытался общаться, пытался какой-то контент даже запилить, но в итоге ничего не вышло. Жаль, что он ушел с Ютуба. Надеюсь... На что надеюсь? Если он реально продал свою аудиторию, тут не на что надеяться. Жалко. Кто помнит, напишите в комментарии, если вы помните Game Freesta, кто его смотрел. Олды здесь, Олды на месте. Собственно, на этом все, ребят. Надеюсь, вам понравился вот этот вот топ-5. И если вы хотите, чтобы я выпустил уже... топ-5 ютуберов, которые просто исчезли, либо топ-5 ютуберов, которые продали свои каналы, да-да-да, есть такие ютуберы, серьезно, есть ютуберы, которые продают свои каналы, то напишите об этом в комментарии. Собственно, ребят, с вас лайки, подписка на канал, ну и, собственно, увидимся в следующем видосике. Всем пока! Такая рубрика будет чаще, если вы будете ставить лайки. Пока-пока! Здравствуй, мой дорогой подписчик, с тобой, как обычно, Фрист, и в этом коротеньком видео хотелось бы поделиться своими впечатлениями, рассказать про новый скар. Ребята, это какая классная штука. Она сейчас падает в оружейном джекпоте. Честно говоря, я просрал на нее около 4000 алмазов. Я выбил ее только на 280 дней. Охереть. Ну ладно, это 280 дней, я уже округляю до года. Это дохера. Согласен.